Кто победит в драг-заезде? Самый мощный электромобиль-седан от Mercedes, самый мощный электромобиль-седан от Porsche или самый мощный электромобиль-седан у нас в Великобритании от BMW? Сегодня мы это выясним. Устроим заезд на четверть мили с места, ведь я Мэтт Уотсон, и это CarWow. Давайте расскажу об этих электромобилях. Начну с Mercedes AMG QS53. Он оснащен двумя электромоторами, их совокупная отдача 660 лошадей, 950 ньютон-метров момента. Машина довольно тяжелая, снаряженная масса 2,6 тонны. А еще очень и очень дорогая. Начальная цена 160 тысяч фунтов. Дороже того Porsche. Porsche, кстати, Taycan Turbo S, заряженная модель, но ее начальная цена 140 тысяч фунтов. А еще он мощнее этого авто. Два электромотора, совокупная отдача 760 лошадиных сил, то есть на 100 лошадок больше, а еще на 100 ньютон-метров больше крутящего момента, 1050. А, ну еще он легче, снаряженная масса где-то 2,3 тонны. И на этом к последнему сегодняшнему авто, BMW i750. Это единственный продающийся у нас i7, поэтому мы его и взяли, окей, а то фанбой Бэк сейчас заладит. Что есть, то есть. Другого не завезли, ясно? Давайте расскажу о нем. Мощность 540 лошадей, 740 ньютон-метров момента. Снаряженная масса, как у меня, 2,6 тонны, но при этом он дешевле. Начальная цена 110 тысяч фунтов. Поболтаем с водителем Porsche, узнаем, что он думает об этих двух авто. Трех. Забыл уже о BMW. Всего три авто. Простите, извините. Здоров, Яни, как дела? Привет, Мэтт. Очень хорошо, но идет дождь. Да, дождик. Ну что ж поделать, бывает в нашей стране плохая погода. Сам понимаешь, заезды надо устраивать, гоняться, вот и поедем в дождь. Хорошо, что наше авто полноприводное, и дождь им не страшен. А у Сэма наверняка уже заготовлена книга отмазок. Привет, Сэм, как дела? Какие отмазки приготовил? Или только то, что сыро? Мне дождь не нравится. Впрочем, машина, на мой взгляд, тяжелая. Я о ней не знаю ничего. Предположу, что она самая тяжелая и наименее мощная. Предлагаю скакать от этого. Она и прям самая тяжелая, но при этом наименее дорогая. Я не угадаешь, какая машина в подборке дороже остальных? У меня такая была, стоила где-то 140 тысяч. Думаю, она и есть самая дорогая, да? Какая машина выглядит дешевле остальных? Мне кажется, твоя. Какая-то у нас стрёмная. Да, собственно, и твоя машина, и Сэма, обе стрёмные. Ну, может, моя машина и кажется самой дешевой, но на деле все строго наоборот. Но ты прав, кузов у нее довольно стрёмный. Тянет в лучшем случае на 60 тысяч фунтов, а на самом деле ее цена 160 тысяч фунтов. Да, не кисло. А что это у Сэма за фары такие? Это вообще что? Ну, такой вот сейчас спорный дизайн у BMW. Впрочем, армия его сторонников со временем разрастается. Ну, как... кандидоз. Или как размер их решеток. Наверное, такая аналогия твоим зрителям больше зайдет. Не надо мне подсказывать, Яни. Я за эти годы научился уже мочить коры сам. Ладно, пока меня не растерзали любители Мерсов, скажу так. Салон машины добротный, просто внешка. У мерседесовских электромобилей, мне кажется, куда-то не в ту степь. Надо делать дизайн поинтереснее, потому что электромобили, по сути своей, не столь интересны, как машины с ДВС. Уж... извините, поклонники электричек, но это так. В общем, мне кажется, над внешкой Mercedes поработали хуже, чем стоило бы. Но BMW мне нравится. Не знаю, что ты докопался, я не нормально выглядит. Но Porsche, конечно, да, лучше всех. А еще он мощнее остальных. Полагаю, это уравновешивается тем, что водитель сегодня самый скверный. Результаты опроса говорят? Ладно, спорить не буду. Сейчас, пожалуй, определим, у какого электромобиля подзвучка лучше, потому что все они издают какие-то там... искусственные звуки, поскольку ДВС-то нет, и шуметь больше и нечем. Я поставлю здесь самую громкую подзвучку, называется «Мощная», а потом нажму педаль акселератора и послушаем, что получится. Возможно, придется поставить еще режим драйв, но все равно попробую. Вы ничего этого не услышите. Только я, ну и, конечно, вы. Так, начинаем. Слыхали? Вау. Вообще ничего не дает сделать, если не поставить драйв. Давайте поставим. Так. Стало чуть погромче, но... говорит, устроить старт невозможно. А что это он тронуть не может? Посмотрите руководство. Да не, ну должен был включить режим старта. Зараза. Ладно. Яни, может проверишь, издает ли твоя машина какой-нибудь звук? Очень тихо. Никаких звуков не слышно вообще. Может, это опция у Porsche, ее не стали брать? BMW! Я знаю, что у тебя подзвучка точно есть, ее сочинял композитор Ганс Циммер. А ну-ка, извлеки из себя какие-нибудь звуки.
Очень волнующе. Даже немножко пугает. Не знаю, что будет, если брошу педаль. Да, тут тоже такая вызывающая волнение, подзвучка. Ладно, на самом деле, все это не очень-то интересно. Погнали уже. Яня, у меня тут проблемка. Машина не хочет включать лонч-контроль. Мол, надо прогреть батарею. У тебя все наготове? Слушай, тут такой странный момент. Если поставить режим Sport Plus, издает какой-то звук. Тот звук, который ты должен был издать, когда я попросил издать звук, но ты сказал, что звуков не издает, оказалось, что издает, ты просто не смог этот звук издать? Да, типа того. Но лонч-то включил, пишет, что лонч не включил, а работает лонч. Написано лонч, когда включаешь лонч. Не, блин, мне дурацкий гоу просто загораживает. Не вижу, но лонч не написано. Может, попробуешь тронуться, вдруг работает лонч. Да чё шустро. Ты сперва держал тормоз, потом стартовал, да? Ну ясен пень. Чел, я ж тут вроде не первый день катаюсь, алло. Да в курсе я, поэтому и задаю эти дурацкие вопросы, зная тебя. Ладно, попробуй немного прокатиться, прогреть батареи. Дебильные электромобили! Я думал, таким только Тесла балуется. Наконец-то батареи прогрели и заработал... лонч-контроль. Страшные звуки. И я даже как-то запереживал. Понимаете, в базе у этого авто лонч-контроля нет, он часть опционального пакета Performance стоимостью 9000 фунтов. И у этого авто он есть, так вот с ним не только лонч-контроль, но еще и так называемая функция Overboost, которая увеличивает мощность с 660 до 760 лошадиных сил. Это столько же, сколько у того Porsche Taycan Turbo S. Кроме того, и момент с этой функцией 1020 ньютон-метров. Увы, не все время, а только на старте или если притопить. Ну, в общем, хорошо, что эта штука тут есть. Бесит, что за такое надо доплачивать еще 9000 фунтов. То есть авто стоит уже не 160, а 169 тысяч фунтов. Хотелось бы победить. 3, 2... 1. Старт у меня не очень. О, все выдыхается. Так хорошо все начиналось, но Porsche обходит, эх. Но не важно! Зараза. Должен заметить, трогает моя машина просто сказка, но потом все оборачивается кошмаром, когда ты улетаешь вперед, словно бы выдыхается на определенной скорости. Скажу откровенно, стартовал я не ахти, но неважно! И вроде еще третья машина участвовала, не видел. Да, тут такое дело, самая мощная версия BMW i7 до Великобритании не добралась, пока что. Потом, наверное, доберется, но сейчас что есть, то есть. Так что, Сэм, ты там любовался гонкой с почтительного отдаления? Ну, стартовала эта машина хорошо, а потом, да, звук внушает, а толку никакого. Так, наверное, стоит попробовать еще разок, чтобы ты стартовал получше. И разница между двумя авто стала еще более наглядной. Пардон, тремя авто. Опять забыл про BMW. 3, 2, 1. Опять сделал его на старте. Хорошо. Ну вот опять, на какой скорости он меня обойдет? Обходит на 160. Я опять стартовал лучше тебя. Что такое? Теряешь хватку? Ну, слушай, старт был ничего, но с небольшими пробуксовками. У тебя машина явно стартует лучше, а моя быстрее. Сэм, к тебе вернемся чуть позже. Ты в этой гонке особо не отсвечивал. Извиняюсь, но... Что интересно, Яни, ты меня сейчас обошел на скорости примерно 160. И главное, у меня никаких пробуксовок. Система устойчивости была включена, и она до того здорово срабатывает, что никаких потерь мощности не ощущаешь. Зацеп всегда на уровне. И стартует машина как сумасшедшая. Но потом ты потихонечку выходишь вперед. По мне, несправедливая победа. Мне кажется, моральное превосходство за мной. Ведь такой хороший старт и лидерство до 160, да? Ну, думаю, стоит отдать должное Мерседесу, ведь Porsche стартует стабильно замечательно. И то, что Мерседес выдал вот такое, и без пробуксовок, молодец, но все равно, по итогу продул. Ну и наконец, Сэм, скажи нам что-нибудь про медленную машину. Ну да, моя машина стартовала столь же хорошо, как и в первый раз, но ваши две еще лучше, из-за чего разрыв стал еще очевиднее.
Итак, каковы же результаты? Победил Porsche, проехав четверть мили с места за 11,4 секунды. Mercedes проехал вторым за 11,5 секунд. И последним стал BMW. Он финишировал за 12,7 секунды. Теперь погоняемся сходу с 50 км в час машины в обычных таких комфортных настройках, гонка до полумили. Начну отсчет, как только все поравняются. Ну же, равнение на меня. Ну, начну отсчет. Ну чё ты, Сэм, давай, равняйся на меня. Ну, начинаем. 3, 2, 1, пошел. О, погнали. Так, похоже, еду я и Porsche. Сэм отвалился. Сигару мне? Porsche меня уделывает. Блин. Опять та же ситуация, что и с драг-заездами. Мерс в комфортном режиме сразу подхватывает замечательно, но Porsche его обходит. Ты ощущаешь переключение передач? У тебя там двухступенчатая коробка для лучшей производительности на высоких скоростях. Эта машина тоже подхватывает замечательно. Просто поразительно. Красота. Не прочувствовал переключение, да? Не заметил, задница слишком широкая, не пробирает. Даже не знаю, что на это ответить. Зад широкий. В смысле, толстый, вот что я хотел сказать. Да нет, все нормально у тебя. Я просто хотел сказать, что ты порой туговато соображаешь. Ладно, Сэм, ты был позади, да? У тебя была своя гонка. Да, чем быстрее я ехал, тем сильнее вжимало в кресло, и громче звучала эта странная музыка. Интересно, конечно, но за вами я наблюдал издалека. Логично. Давайте попробуем еще кое-что. Поставим спортивные настройки и прокатимся еще раз. Посмотрим, как это повлияет на итог. 3, 2, 1, пошел. Слушайте, тогда рванул вперед батареи. Получше. И вот он выходит вперед. BMW просто пропал. Ну что, Яни, мой авто явно реагирует шустрее при первом нажатии педали. Прям бах, толчок в спину. Но похоже, у тебя машина тоже не промах. И также едет быстрее в режиме спорт. Да, я ехал куда быстрее. Мне кажется, между нами разница в доли секунды. Обе машины хороши, но я опять же победил. Одна победа, две, три. Надо лишь победить в торможении, можно сказать, будет чисто. Сэм как щегол все продул, ну а ты типа середнячок. Не три, а четыре победы. Считать научись, ты выиграл четырежды. Но мы еще не закончили. Давай погоняемся еще раз, хочу кое-что проверить. Изменится ли что-нибудь, если начать на более высоких скоростях BMW? Это, конечно, не поможет. Слушай, Марса, все четыре колеса серьезно так поворачивают? Я не думал, что ты тут развернешься. Ух! Нормально? Ничего не понял. Серьезно, говорю, поворачивает все четыре? А, мне сначала послышалось, что это типа серьезно у тебя колеса, и даже поворачивает нормально. Думаю, ну да, я ж баранкой кручу. А у тебя суппорта здоровые, карбон керамические диски огромные. А мне вообще не уверен, что тормоза есть. Торможение, по сути, двигателем. Учитывая твою скорость, можешь ногами тормозить спокойно, как Фред Флинстоун. Или высунуть руку в окно, пускай будет как воздушный тормоз. Это тоже сработает. Ладно, ребятки, равнение на меня еще разок, но с 80 посмотрим, что же будет. Так, приготовились. Ну погоди ты, Яни, куда лезешь? Что вечно лезет без мыла в одно место. 3, 2, 1, пошел! Все ноль. Опять то же самое. Так, Яни, теперь сколько раз ты одержал победу? У тебя было 4 победы, сейчас еще одна. Сколько получается по итогу? Мэтт, ты гонишь, я победил в драг-заезде. Это считается как одна победа. Неважно, сколько раз мы ездили. Один драг-заезд и три гонки схода. 4 победы. Сколько побед в драг-заездах? Драг-заезд считается как одна победа. Какая разница, сколько раз мы проехали? Ты на чьем канале сейчас? Карвау? А кто на нем главный? Джек? Джеку это понравится. Ладно, давай сгоняем еще раз. Ну что, BMW, на сей раз ты начал повеселее, но все равно мы тебя взгрели. Я не нас обоих взгрел, но чтобы ты меня, я бы так не сказал. Мне кажется, нужно начинать с более высокой скорости. Так повеселее. Еще разок, будьте добры. Мы хотим сгонять еще раз, поэтому едем в твою сторону. Ага, принято. Кстати, тот самый Джек. Последняя гонка сходу со 112. Да, это максимально разрешенная у нас скорость, но в Германии на ней только-только выезжает на автобан. Благо, все авто у нас немецкие. Начинаем со 112. 3, 2, 1, пошел.
Ууу, BMW! Вот теперь-то BMW едет пободрее. Ну, я погнал. Ну что, ты опять победил. Так, я не молодец, но я даже доволен. Заруба у нас была серьезная. А я начал обходить тебя, и ты тут же перестал газовать. Думаю, на высоких скоростях я бы тебя обошел. Чего? Где ты там? Не знаю, в какой гонке увидел, что ты меня догоняешь. Не было такого. 100% тебе говорю, я тебя догонял. И тут ты очень своевременно решил закончить гонку. Мэтт просто включил режим «Я тут главный, игрушки мои, забираю и иду домой, чтобы больше никто не играл». Народ, у нас гонка до полумили. Мы проехали полмили, и я прекратил газовать. Давайте еще раз, но со 160. И, Сэм, видишь, вот там три конуса. Что бы ни случилось в этой гонке, тормозим после них обязательно. Давайте еще раз. Ну чего тут, блин, развели? Детский сад. Один считать не умеет. Второй там просто витает в облаках. С проигравшего 50 отжиманий. Я не сможет отжаться 50 раз. Мне об этом волноваться не стоит, я в самой быстрой машине. Так, едем со 160, окей? И, короче, если не очень уверен, Сэм, напоминаю, что тормоза у тебя так себе. Вообще, блин, хватит уже о тормозах до проверки торможения. Так вот, я бы рекомендовал тебе тормозить еще до трех конусов, но ты же у нас упертый, нацелен на победу. Готов разбиться, лишь бы обогнать тебя. Вот смотрите, у Сэма недавно родился первенец. Отпрыск Сэма, если ты это смотришь 20 лет спустя и грустишь, гадаешь, что же случилось с папкой, вот поэтому ты без отцовщины. Ладно, погнали. Ну, равнение. Набрали 160. Я набрал, давай, Сэм, поживее, даже не можешь 160 набрать. Ну, приготовились. 3, 2, 1, пошел. О, боже, ну давай! Ну все, я впереди. Ох ты ж, Сэм, как ты взгрел! Просто порвал меня как тузик грелку! До чего ж лихо ты пошел в отрыв! Ладно, я, пожалуй, заканчиваю, потому что тут все ясно. Вот, все, хорош. Я ехал так быстро, что у меня распахнулся лючок. Сэм, будь добр, вылези и сделай 50 отжиманий. Сейчас все отснимем на GoPro. Давай, вылезай. Сюда, будь добр, сюда. Сюда. 50 не буду. Сам сказал. Ну ты ж не согласился. Не, погоди, сказал 50, давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ниже давай. 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ниже давай, чё филонишь? Так асфальт сырой. 30, 31, 32, 33, 34, 35. 36, 37, 38, 39, 40, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодца! Ну давай на чистоту, какие-то отжимания на полшишечке, да, Мэтт? Да, надо сделать еще 50. Давай садись в машину. Давайте мне машину получше. Ты мое хозяйство снимаешь? Мне надо отлить! Да дай ты мне отлить! Вот ты муть! Такой ты муть! Че делаешь? Отлить хотел! Че делаешь? Я хотел отлить! Ну так в чем проблема? Да уже ни в чем! Потерплю! И че, я тебя спугнул? Вот ты муть! Давай, это устрою тебе торможение! Пошли, не устроит. Ладно, проверка торможения, то я не срочно надо в туалет, а он стесняется. Набираем 160, ну-ка. Если хотите посмотреть еще заезд с мощными электромобилями... Мощными. Нажмите на подсказку сверху или пройдите по ссылке в описании. Не хотите, смотрите дальше. Кто первый остановился, тот и победюк. Бог ты мой. Я, в принципе, тормозился нормально, Porsche хорошо, но BMW, ёкаламан, СМ, ты был прав. Не разбился, конечно, но да, тормоза скверные. Да, причем срабатывали все время по-разному, вот сейчас повело во все стороны, было неприятно. Но зато ты живой, с полосы не вылетел и... Твой сын не остался сиротой. Пока.
Яни, ты победил. Во всем. Победитель по жизни. Спасибо. Добавить нечего. Победитель. Машина-победитель. Если вам понравилось, поставьте нам лайк, напишите в комментариях, какой из автомобилей вам понравился больше, нажмите на окошко слева, чтобы посмотреть еще что-нибудь, либо на значок, чтобы перейти на наш канал. Спасибо за просмотр.